Увеличение темпов вакцинации населения от коронавируса на повестке городского оперативного штаба, заседание которого состоялось в мэрии Самары. Штаб прошел под председательством главы города Елены Лапушкиной. На 10 августа в городском округе Самары 262 тысячи человек получили полный курс иммунизации. И 81 417 человек находятся в стадии вакцинации, так как получили первую прививку из двух необходимых. Власти находятся в постоянном диалоге с предприятиями. Им оказывается вся необходимая помощь в проведении иммунизации сотрудников от COVID-19. Работу ведем. Позавчера проводили встречу. Люди идут. Кроме того, в городе развернута целая сеть мобильных пунктов вакцинации. Главы районов отчитались, вакцины хватает, поставки идут вовремя. Но чтобы победить COVID, нужны комплексные меры. В усиленном режиме продолжается мониторинг работы объектов потребительского рынка. Контролируют эпидбезопасность и в общественном транспорте. Подвижной состав должен проходить санитарную обработку, а пассажиры, в свою очередь, соблюдать масочный режим. За период всего с 1 января по вчерашний день проведено 1496 рейдов, проверено более 29 тысяч транспортных средств. С сентября в общественном транспорте Самары планируется поэтапное внедрение ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха, так называемых дизаров. Сейчас готовится необходимая документация, прорабатываются графики поставки оборудования. Также в городе продлили акцию «Самара Я привит». Чтобы стать ее участником, необходимо с 26 июля по 31 августа сделать второй компонент вакцины и заполнить заявку на сайте samarayaprivit.rf. Победители будут определены 1 сентября. Ольга Павлова, Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.